А ты откуда? А я с Торонто. Откуда? Еще раз. Торонто. Торонто. С какого района ты с Торонто? Не Муниципальный знаю, округ я какой? разбираюсь, недавно приехал. Недавно. Откуда Недавно приехал, да. ты приехал? С Англии. А с Англии с какого города? С Шотландии еще. Англия и Шотландия — это разные вещи. Шотландия из какого города? Ну, это одно королевство. Королевство одно. Англия — это не королевство. Это часть королевства, а Шотландия — другая часть. Ну ладно, что тебе географию учить? Надо Да. было географию учить. Ладно, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Нету. Ну давай, успехов. Что обсуждаете, о чем общаетесь? В зависимости от собеседника, вас какие темы интересуют? Или вопросы, может, у вас интересные есть? Ну, война, политика, история, экономика, Ну, по истории. музыка, поэзия. Ну. Просто о жизни могу поговорить. Ну, окей. Вот вы с Иркутска, да? Иркутская Ну, область. да. Вот в Иркутской области есть уникальный населенный пункт, во всей России уникальный, который имеет три разных названия. Название города одно, название ЖД-станции другое и название порта третье. Можете догадаться или отгадать, какой это населенный пункт? Ну, Братск, наверное. Не, Братск. Такого не имеет. Это Усть-Кут, город, станция Лена, а порт Осетрова. На будущее знаете. А. Нет, подождите, а есть железнодорожная станция Усть-Кут, представляете? Есть Усть-Кут, но главное, там она Есть мелкая. станция Лена? Главная станция Лена, а Усть-Кут тоже А, есть, так, ну но она она же мелкая, есть, она она мелкая. же никуда не делась. Что никуда? Ну, так, ну хорошо, но она есть. Главный вокзал города Усть-Кут, станция Лена. Станция Лена, да, я согласен. Ну, станция Усть-Кута, она Усть-Кут тоже есть. тоже есть станция Усть-Кут. Ну и что? А главный вокзал называется Ну. не Усть-Кут, а Лена. Ну хорошо, давайте. Город Ленск. Город Ленск, знаете такой? Знаю. Порт у Ленске как называется? Подскажите, пожалуйста. Порт я не знаю. Я не бывал в Ленске, я просто знаю, что такой город есть. Ну, забейте в гугле. Ну, скажите, я вам Возможно. поверю, Господи. Скажите, я вам поверю. Ну, он не называется Ленском. Ну, я допускаю, это когда два разных названия, таких много. Ну. Там Энгельс, Покровск, например. Ну, так, А ну, когда три разных, это вот хорошо. один-то уникальный Смотрите, случай. Новосибирск. Новосибирск. Ну. Есть Новосибирск главный. Ну, Новосибирск пассажирский, Новосибирск Ну, транспорт. Как он есть, это или ста... как он там называется? А почему аэропорт называется Толмачево? Потому что аэропорты всегда по-другому называются. Ладно, давайте. Ну хорошо, а почему в Иркутске аэропорт называется Иркутским аэропортом? Улан-Удэ называется Улан-Удэнский аэропорт. Хотя он тоже находится не в черте города, а за пределами. Ну, В чем проблема-то? да нет проблемы. Не придумали Ну вот и название я об иное. этом, Вот понимаете? Ну, то есть вы цепляетесь за мелочь какую-то, вот просто нашли какую-то там такую определенную мелочь и пытаетесь сейчас за нее зацепиться. Ну а Но я зачем? уже Смысл закончил, какой в этом? уже закон, да смысла особо нет с вами. Я уже закончил разговор. У вас есть какие-нибудь вопросы на другие Так темы? вот, а зачем вы? Ну к чему вы цепляетесь? Я просто понять не могу. Да ни к чему, просто Ну к чтобы чему? повысить ваши. Название?
повысить вашу эрудицию, ладно, я хотел. Ладно. Недолго музыка играла, недолго пока я танцевал. Такая дашу. Deep Purple любишь, молодец. А слова знаешь? Smoke on the water. We all went to the Montreux on the Lake Generali Soul Line. To make records with a mobile, we didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers were the best place around. But some stupid with a fire gun burns the place to the ground. Smoke on the water, fire on the sky. Ну, я не знаю английского, я не знаю... Ну, я... Ладно, в рулетке на какие темы беседуете? Есть вопросы интересные? Нет, нету вопросов интересных. А жаль. Верно дрешили люди Никенхама, их надо было брозгать да плетьми. Собеседника зависит и от его образовательного и культурного уровня. А вы какой национальности? Национальности? Русский, а вы какой? Украина. А что в Эстонии делаете? В гостях? Приехал за кулесом. Но забираем кулеса его. Не, я даже больше. А сами откуда? С какого места? Я не из места, я из села. Ну какая область? Винницкая область. А, ну понял, понял. Ну окей. Ну ладно, есть вопросы, нет еще какие? Центрально. Что-то зависаешь. Ладно, всех благ. Наступает решительный момент. Повестки-то у всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. Неплохо. Чем занимаетесь? Вот по рулетке хожу, тем же, чем и вы, я думаю. Вы о чем беседуете в рулетке? На какие темы обычно? Я просто общаюсь с людьми, узнаю, как у них дела. Ну, тут все просто общаются, да. Ну, это как бы частые вопросы, не очень интересные. У вас есть какие-нибудь интересные вопросы? Интересные вопросы? Ну, вы с какой страны? Я из Канады, а вы из Норвегии, да? Не, я с России, у меня VPN просто включен. А, из какого города? С Краснодара. Ну, хорошо. А с какой целью VPN включаете? Чтоб не прослушивали. А. Не, ну почему именно Норвегию Власть. Выбрали под VPN? Просто так вот подключилось удачнее? Оно рандомно. Рандомно? А, ну понятно. Оно рандомно. Ну я понял, понял. А вы из Канады родом, да? Нет, родом я не из Канады. В Канаду переехал в 5-м году. А родом? Из Харькова. Из Харькова? Да. Слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаете такое выражение? Да. Сейчас Байден прислал Зеленскому notice order. В связи с войной замените отзыв героям слава на Ukraine has to be split apart. Да? Да. Как вы относитесь до войны? До войны? Ну, негативно, конечно. Война – это плохо. А вы разумеете украинский? Ну да, в школе изучал. А вы откуда разумеете украинский? Вы, небось, с Украины переехали? Не, пошутили, что из Краснодара? Не-не-не. Не, бабушка украинская. А, ну понятно. Ну я в школе изучал. Так, предмет. А ну, по-румынски скажите. Зачем? У меня акцент есть. Вы говорите, разумеете, да я понимаю, understand. А это не значит, что я говорю без акцента. Я не собираюсь на мове говорить без акцента. Вообще я на мове не говорю. Но я разумею, я понимаю вашу мову. Ну и вашу, украинскую. Какой у вас уровень английского? А? Advanced level. Английского уровня. Ну я тебе вам говорю, advanced level. Так хорошо вы знаете английский.
Advanced level, я же ответил. Вы английский как знаете? Вы, судя по всему... Не, я хочу у вас посоветоваться, как лучше выучить. Выучить? А смотря какой вы. Как? Британский или американский хотите выучить? Они немножко разные. Я думаю, британский. Ну, британский сложнее. Из американской, американские фильмы смотрите. Сначала посмотрите в русском переводе, потом посмотрите в аудио в английском, но с русским переводом два раза. А потом уже английский и английские субтитры, чтобы были. Вот так. То есть один тот же фильм, ну, допустим, который вы знаете, можете сразу без русского какой-то. Терминатор, небось, смотрели, да? Какой-нибудь. Да, конечно. Вот. Берете Терминатор, смотрите его сначала английский вариант, но русские субтитры. Потом смотрите, ну, два раза, допустим. Потом смотрите английский вариант, английские субтитры. А потом уже смотрите без субтитров. Если что не понимаете, тогда включайте субтитры, чтобы проверить. Вот так лучше. И так выучу, да? Да. Так выучите. Многие по фильму учат. А вообще там сейчас много курсов есть, но не знаю, насколько они эффективны. А ну, денег нет. Какие курсы? Бомжи в России. А что? А, ну я, ну понял, понял. Ладно, давай успехов. Да спасибо. Спасибо за беседу. Вам тоже спасибо. Не будет. А с какой целью в рулетку выходите? Это мое дело. Да, ваше дело. Как-то неадекватно вы себя ведете, ну ладно. Ну да, да. Молчит, я перекрикиваю. Я же вас спросил, есть у вас вопросы? А вы говорите, ну какие у меня могут быть к вам вопросы? А что вы такого знаете, чего не знаю я? Намного больше, наверное, чем вы знаете. Давайте определим ваш интеллект или эрудицию. Кто вы по образованию? Это ты, уёбок, будешь определять мой интеллект? Конечно. А кто ж еще? Иди нахуй, быдло. Ты тупое быдло русское. Лошок позорный. Я профессиональный вузовский экзаменатор. Да нет, я о чем придется, о том и беседую. Ну, понятно. Есть у вас вопросы? Нет. Ну ладно, тогда всех благ. О чем разговариваете? Может, что-то интересное есть? Да, по искусству. Ну, вопросы есть какие-нибудь по искусству? Да, вы откуда? Вы из Москвы, перед я из Харькова. Харьков? Ну, из Украины, да, значит? Ну, пока Украина. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? Ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через 10 вернешься другим человеком. А западной, західної України немає. Західної немає, і восточної. Немає восточної України. Є одна Україна.
Да, є. Де ви таке бачили? Східна Україна. Є схід України, є захід України, є східні області України. Є Республіка Кубань, яку окупували комуністи в 1918 році. А Воронеж не окупували комуністи? Ні, Воронеж передали. Уровень інтелекту у Миколи Рушніця, на самом деле, это Геннадій Хазан, по-моєму, так його фамілія. Это уровень інтелекту креветки из Азовского моря. Хороший. Карташовський був возле Украинского города на Чорні. Болгарець, наша, да. Украина, которая создана. Группа Кривичка. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад. У нас есть достойный ответ. Власть на самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой! Вот и...